И вот настал день, когда человек был готов отказаться от мысли проникнуть в космос. Первые сомнения возникли еще тогда, когда Ван Аллен открыл вокруг Земли пояса радиации. Но человек слишком долго мечтал о космосе, чтобы сдаться, не сделав еще одну попытку. И делались одна попытка за другой. Астронавты гибли, доказывая, что человек слишком слаб для космоса. Слишком непрочно держится в его теле жизнь. Он умирает от первичной солнечной радиации или от вторичного излучения, возникающего в металле самого корабля. И в конце концов человек понял несбыточность своей мечты и стал глядеть на звезды, которые были от него дальше, чем когда-либо, с горечью и разочарованием. Thank you.